радость и гордость родителей, умноженная на 8. Это счастье семьи Поповых. В праздничный день семьи, любви и верности многодетная мама Елена Попова поделилась им с нами. Я очень счастливый человек, потому что у меня такая хорошая семья. У меня любимый муж и любящий. И у меня 8 детей, которые каждый день приносят нам радость. Я без них не смыслю своей жизни. Не представляю даже, как бы можно было прожить без них. Повседневные хлопоты, разбавленные детским смехом. Вот оно какое, семейное счастье. Счастье семьи заключается в том, чтобы все члены семьи любили друг друга. Именно жертвенная любовь должна быть. Любовь, взаимовыручка и долготерпение. Эти слова вторят учениям церкви. Как гласит Священное Писание, семья – это исконное божественное начало и подлинная опора человеческой жизни. В день семьи, любви и верности церковь чтит святых Петра и Февронию, ставших символом супружеской верности. Своей жизнью они доказали свою любовь и к Господу, и друг к другу. Они не смотрели на те невзгоды, которые случались в их жизни, но не расторгали свой брак, шли до последнего, и Господь сподобил их даже в один день уйти в мир иной за их такую верность, за их любовь, за их доверие к Господу. И семья – это величайшее в жизни человека. Счастливый человек хочет делиться своей радостью со всеми. Дети семьи Поповых по собственному желанию ежегодно проводят утренники от православного прихода при Свято-Никольском храме станицы Небирджаевской, который еще не достроен. Для того, чтобы нести радость, вот эту пасхальную, рождественскую радость людям, чтобы не только вот мы в своем семейном кругу отмечали там и радовались этим событиям, а чтобы люди тоже узнавали о тех великих событиях, которые произошли в мире, которые каждый год празднуются православной церковью. Главной нашей мечтой, конечно, это является, чтобы достроить этот храм. Детей в семье Поповых приучают к труду и порядку. У каждого члена семьи свои обязанности. Свободного времени практически не бывает, каждый день распланирован. Занятия музыкой, танцами, гимнастикой, конным спортом. Ребята проявляют себя и в учебе. Так Настя, студентка Крымского строительного техникума, претендует на губернаторскую стипендию. Роман, курсант Новороссийского казачьего кадетского корпуса, отличник. В этой семье все счастливы. Я самый счастливый человек на свете. Потому что мне довелось воспитываться в многодетной семье. Нас 8 в семье, у мамы с папой. Большое счастье, да, ждать в семье ребенка. Брат, сестра, я всегда с радостью ждала этого события. Маму поддерживала, как могла, помогала. Наталья первая из дочерей любимой мамочки подарила 2 внука и 2 внучки. Так счастье в семье Поповых стало еще больше. А любовь и верность помогает его сохранить. Юлия Алберова, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран».